Готовим фаршированные перцы на зиму, которые можно хранить в морозилке от 3 до 6 месяцев. Лук и морковь обжариваем до мягкости. Рис отвариваем до полуготовности. Перцы моем, очищаем от семян и отправляем в кипящую воду буквально на 5 минут. В фарш добавляем овощи, рис и специи по вкусу. Можно добавить любую зелень. А теперь, не надевая перчаток, чистыми руками тщательно перемешиваем фарш. Далее плотно наполняем перцы начинкой. Выкладываем на пакет и отправляем заготовки в морозилку. Замороженные перцы раскладываем по пакетам. И осталось дождаться удобного случая, чтобы приготовить фаршированные перцы. Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Готовим сегодня волшебную, не побоимся этого слова, капустку. Она украдет ваши сердечки, как бы банально это ни звучало. Капусту нарезаем крупными кусками, а свеклу мелкими кусками. Свекла сырая, капуста тоже. Укладываем поочередно все в контейнер, любой, можно в кастрюльку. Немножечко чесночка добавляем и приступаем к рассолу. Рассол – это масло, уксус, сахар, соль и вода. Все это нам нужно подогреть. И залить нашу капусту со свеклой. Дождаться, друзья, пока это все напитается, пропитается, по времени это займет сутки, а то и двое, но в итоге получится совершенное чудо. Капуста приобретет прекрасный цвет, просто волшебный. Но о вкусе даже говорить не стоит, он просто невероятный. Подписывайтесь на наш канал «Ленивый кулинар», мы вас очень любим и ждем. Готовим говяжью печень по-французски. Это очень вкусно. Убираем пленку и нарезаем на кусочки толщиной примерно сантиметр. В яйца добавляем соль и черный перец. Перемешиваем. Обваливаем муки, а затем опускаем во взбитые яйца. Обжариваем очень быстро с двух сторон. В течение 1 минуты. И выкладываем в форму. Нарезаем лук и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Затем добавляем морковь. Выкладываем в миску и добавляем сметану. Солим по вкусу. Выкладываем начинку на печень, а сверху сыр. Ставим в разогретую духовку 180 градусов на 10 минут. Это очень вкусно. Попробуйте. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы. Сто 150 грамм картофеля натираем на крупной терке, промываем холодной водой, отжимаем, солим, выкладываем на смазанную маслом сковородку. 2 яйца взбиваем зеленым луком и укропом и выкладываем слоем сверху картофеля. Щедро посыпаем сыром, накрываем крышкой и 15 минут доводим до готовности на маленьком огне. Вот так легко и быстро получается на завтрак обалденный легкий пирог из картофеля. Спасибо за ваши лайки. Если в холодильнике только кочан капусты и курица, этого будет достаточно для офигенского ужина. Ведро нужно замариновать в чесноке, майонезе и соевом соусе. Равномерно распределить маринад и оставить на 15 минут. А кочан капусты нарезать на вот такие кругляши. Каждый такой стейк нужно посолить и поперчить. Добавить копченую паприку и сушеный чеснок. И равномерно распределить кусок сливочного масла. И сверху выкладываем маринованное мясо. А запекаю все это дело в аэрогриле приблизительно 15 минут. Вы только посмотрите, ну какая же аппетитная корочка получилась. А на ужин я потратила всего лишь 20 минут. Подаю с ложкой сметаны. Если понравился рецепт, обязательно подпишитесь.